Осталось 3 дня до окончания голосования за проект «Команда города». У вас еще есть время отдать свой голос. «Команда города» – это новый масштабный проект для решения актуальных вопросов горожан. А еще он про продвижение ваших инициатив, проектов и новых идей. Это новый такт в диалоге власти и населения. Мы ждем в этом проекте неравнодушных и активных железногорцев, которые готовы задавать вопросы. И вместе с руководителями администрации, градообразующих предприятий, депутатами, предпринимателями, общественниками и лидерами некоммерческих организаций искать ответы на них, разрабатывать стратегии решения социальных и коммунальных проблем. Команда города – это команда людей, которым этот город выбран, ну, это наш дом, которые про него так думают. В своем доме не мусорят, в своем доме наводят порядок, в своем доме, не знаю, встречают гостей, своим домом гордятся. Вот те люди, которые разделяют вот эти тезисы, они, собственно говоря, ну, добро пожаловать в команду города. Проект «Команда города» уже шагает по территории. Он – логичное продолжение проекта Третьякова на округе. Но у многих есть вопрос, как попасть в эту самую команду. Алгоритм простой, и у вас есть выбор. Первое. Приходите на встречу в офис «Единой России» на Ленина 48А. Здесь обсудите варианты своего участия в городских проектах и событиях. Для этого совсем не обязательно вступать в ряды партии. Второе. Найдите своего депутата на округе и через него зайдите в актив команды города. И третий вариант. Для любителей дистанта. Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте администрации. Теперь там будет развиваться новая платформа для диалога с властью и обратной связи. Кстати, стать частью команды города можно прямо сейчас, поддержав проект Железногорска на сайте Росатома. Это важно. Это про главную идею большого проекта – объединиться во благо развития нашей с вами территории. В Железногорске продолжается ямочный ремонт. Сегодня специалисты комбината благоустройства заделали выбоины на Ленинградском проспекте.